хотела показать. В Казахстане сейчас идет праздник Наурыз. И он проходит невероятно мощно, я считаю. Это, наверное, национальные костюмы. Вот посмотрите, какие костюмы. Там и верхние... На... Верхний головной убор. Посмотрите, сколько деталей. Народные инструменты. Украшения. Какие-то вот типа имитация исторических моментов. Игрушки, дети, все вовлечены. Взрослые, пожилые люди, все вовлечены. Это я к чему говорю? Кстати, это очень... Это россиянин, кстати. Он отдал свою дочку в казахскую школу. Что хотел сказать? Белорусы, вы могли бы тоже вспомнить свои традиции, свои национальные костюмы, историю, которая у вас очень мощная. Очень мощная. Там Москва и рядом не стояла.